Приветствую вас, друзья. Вы на канале Грибоискатель. Я пожарил грибочки сегодняшние. Ну а завтра с утра я собираюсь на грибную прогулку и предлагаю вам прогуляться по чудесному лесу. Завтра будет 8 ноября. Обалденные рядовочки. Тушеные с луком. С молоком. Поищем грибы и погуляем по лесу. Вперед в лес, друзья. Доброе утро. Ну что ж, я приехал в лес. И первая находочка. Такие елочки. Честно говоря, и сам не ожидал, что найду вот такой грибочек. Чернушка в ноябре. Обалдеть. Ну что ж, находки есть первые. Пойдемте посмотрим, что будет еще. Так, переехал в другой лес я. Зашел. И тут такой грибочек меня встречает. Опа. Польский гриб. Отлично. А лес-то здесь такой. Липа и елка. Вот так. Так что не только сосны, но и елочки. Попался еще один съедобный гриб. Но я его есть не буду. Выглядит как какашка. Хотя это дрожжалка. Ну что-то она темная, правда, такая. Смотрите. Как мармеладки. Он посветлее, правда, есть. Такие грибочки. Не, я такие есть не буду. Я приехал в ельник, где растет саркосома. Хожу, найти не могу. Но попалось кое-что еще. И это она. Там, где растут саркосомы, растут и рядовки фиолетовые. Так, по-моему, здесь еще есть. Вот они. Еще есть молодые. Вот она. Вот еще молодая. Вот еще. О, рядовочки. Красота. Но мы в надежде найти саркосому. И все-таки красивые, да? Рядовочки. Друзья, кто ищет, тот всегда найдет. Подмосковье. И я нашел этот грибок. Смотрите. Саркосома шаровидная. Красота. Ну-ка подсветочку включим. Во. Ха-ха. Смотрите, очень молодая еще. Только-только вот проклюнулась. Ха-ха-ха. Ну-ка так сверху. Есть. Рекорд. Все, друзья, рекорд поставил. В ноябре в Подмосковье саркосома. Ха, пойду еще искать. А может еще есть. Посмотрим. Вперед. Вот за этими грибочками. Посмотрим. Вот этот грибочек, друзья. И все-таки рядышком оказался еще. Смотрите, он вообще, вообще маленький. Только пошли. Вот так вот. Обалдеть. Две штуки. Ха-ха. Удача. Оба-на. Еще. Смотрите, какие.
светят. Еще грибочек. И на пригорочке, смотрите, малюсенький вообще. Маленький-маленький. 4 штуки, друзья. Видите, раз, два. Там вот 3. И слева в уголочке 4. Друзья, будем за ними следить. Все, я теперь буду сюда приезжать с промежутком там дня 3. И будем смотреть, как эти грибы будут расти. Интересно же. Как мы с вами смотрели за зонтиком. По-моему, было классно проследить его жизнь. И вот теперь саркосома. Вот такие вот они маленькие. Да? Давайте сравним. Вот с пальцем, да? Этот. Вот такой. Ну, а этот вообще. Вообще маленький. Все, засекли, друзья. Будем ждать, когда они вырастут. Еще одно место нашел. Еще одна штучка. Такая вот. Тоже маленькая. Вот там и была одна сейчас. От рядышком, смотрите. Еще есть. И где-то еще. А и вот еще. Вот какая. Все они маленькие, смотрите. Инопланетный гриб. А это лучшая находка сегодня среди саркосом. Смотрите, сколько штук. Вот это вот тоже она зарождается. Опа. Смотрите, какая побольше. Здесь. Давайте считать. 3, 4. Вон малюсик. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ха-ха-ха. 11 штук. Вот это полянка. Еще одна поляночка. Вот это уже такой размерчик, кстати. Побольше. Еще. И еще. 3. Вот так они треугольничком. 1, 2, 3. Сидят. Какой красивый кустик попался. Чудеса. Уже везде листья опали, а это стоит. Красавчик. Друзья, я пришел на то место, где я собирал вешенку. Думал, проверю, вдруг выросла. Но, как видите, как я обрезал, так ничего больше не появилось. Хотя говорят, что вроде бы должна была появиться. Ну, вон, не может быть, смотрите, да? Как бы малюсенький есть, что-то такое. Может быть, появится еще, если будет тепло. Хотя, ладно. Все-таки есть небольшая удача. Так, я понимаю, это зимние опятки. Ну-ка. Ха, они самые. Зимние опятки попались. Ура! Вот еще, ну это может быть старые уже, да? Да, эти старенькие. А вот 2 молоденькие. Красавицы. О! Какой грибочек попался. Страфария сине-зеленая. Вот так-то она растет. Давайте сорвем ее. О, смотрите какая. Кстати, она съедобная. Я бы никогда не подумал. Она из семейства чешуйчатки. Поэтому, в принципе, съедобно. Может быть, не особо вкусная, но возьмем. Ну что ж, все. Друзья, закончился мой походик. Удачный поход. Конечно, грибов я съедобных мало набрал.
Но самое главное, я нашел саркосому в Подмосковье. Класс. В ноябре. А это весенний гриб. Вот в прошлом году мы весной собирали там. Ну, мы немножко взяли, омолажились ими там. Папан, помню, помолодел так сильно. Друзья, если не видели этот фильм, смотрите здесь вот, в уголочке. Классные саркосомы. Их тогда много было. И сейчас я нашел тоже штучек 30. Они все маленькие. Но мы теперь за вами... Ой. Мы теперь с вами будем следить за ними. Как они будут расти. Буду приезжать хотя бы раз в неделю и проверять, как они выросли. Так что, друзья, следите за новыми выпусками. И посмотрим, как растут саркосомы. Ну, а я буду с вами прощаться. До новых встреч. Желаю вам крепкого здоровья и успехов в жизни. Пока.